лицом, шариком, кругом. Я не знаю, чья песня. Адель. Замечательно, что мы об этом говорим, да, в момент, когда уже. Так, все, не, нормально, нормально. Геймплей, геймплей. У-ху! А, ты здесь все убиваешь бомжей? Разумеется. Симулятор убийства бомжей. Почти Манхант. Да. Только Blade Runner. Но Манхант. Угу. А ты наверх лазал туда? Да, там это улица, где стрекозу продавали и прочее. А, ну, всё, собственно, понял. Сейчас увидишь там. Слушай, ты во второй Манхант-то играл? Я и первый не особо много играл. Что-то чушь какая-то, да, вообще? Я не играл. Ну, я, в принципе, такие игры не люблю. А играл в The Suffering? Нет. А, начинал, тоже не понравился. А-та-та. А я, кстати, прошел. Типа ужастик? Но. Я не очень такое люблю. Это, ну, он такой, да, трешовик. Я начинаю я сраться. Я уже говорил вашим, что чешулька не от рыбы, а от змеиной шкуры. Тан-тан-тан. Другой полицейский показал мне чешуйку той же змеи. Я не знаю, говорил я или нет, но вот желтый иероглиф, который как в этих... Тебя тоже раздражает. Нет, он мне напоминает почему-то мексиканца. А, кстати, да. Причем из этого, и знаешь откуда? Из игры на Денди, на NES. Nintendo Entertainment System, да. Да, игры этот, молодой Индиана Джонс. Слушай, я не помню этой игры. Я не знаю, почему у меня такие ассоциации, но вот они меня уже в третий раз. А я решил Маккоя отправить выпить. Нужно идти. Что ты хочешь, ну, пойти в полицию? Как всегда, когда есть проблемы, как либо стрип-бар, но он закрыт, значит, выпить. Угу. Всех стриптизер уже стрелял. Если понадобится. Бухло накинул тебе? Это для друга. Да, он мне дал фляжечку. Это для друга. Для друга. Для моего друга. Маленького. Приходишь в аптеку. Здравствуйте, будьте добры, средства для потенции. Это для моего друга. Это для моего друга. Это, знаешь, как тема на форумах, да, что типа у моей подруги с ее парнем, как бы, да, там типа такая-то беда. Ну, это как из той же истории, как в Left 4 Dead. Ну ладно, парни, мне кушать пора. Да-да-да. Не то чтобы мы сливали уже четвертый раунд подряд. Правда? Она арестована? В этом нет необходимости. Ранситтер, видимо, не нашел ничего лучшего, чем торчать в своем же разгромленном магазине и стоять и думать о том, как... А, так это же самое начало было, чувак. Да, так я и говорю, Ранситтер, он просто, видишь, подумал, что не поторчать ли мне еще немножко в магазине? Мало ли, знаешь, преступник всегда возвращается на место преступления. А ты сечешь прям в корень, потому что этот парень не так чист. Если бы я что-нибудь знал, я бы вам сказал. То есть главная сука это он, да? Нет, но он, конечно, не стоит за убийством Тайрелла, там он не репликант. Не думаю, что мне стоит разговаривать с вами. А он может быть в каком-нибудь из вариантов репликантом? Да, там полно денег. Может даже хватить на их. Честно говоря, не знаю. Не играл в такой вариант. Такое, как тигр. А допросить можно любого или только по сценарию? По сценарию, и причем там как раз генератор случайных чисел вступает в силу, потому что вот Боба, который оружейный магазин, да, я, например, первый раз допрашивал, когда, ну, записывал. Что? Почему? Можно достать пушку, да. Расскажи мне о лузере Лэнсе. Вот это уже нормальный способ допроса. В жопу эти детекторы всякие. Вот видишь, да, лос-анджелесский коп. Почему? Нет, вы не расслышали. Посвети меня, давай, иди вперед. Это были Go ahead, животные. Иди вперед. Фаргус. Ну да. Вы не можете этого рассказать. Моя репутация. Твоя репутация? Репутация? Нет. Знаешь, это в Infamous, когда делали... Я не играл в эту игру. Но там была забавная штука, когда делали официальную российскую локализацию, там делали дурная репутация. А, сюда слышу. И там шрифт получился такой, что Ц как будто Че, дурная репутация. Да я не знаю, тоже не любитель этих игр. Как думаешь, застрелю я его или нет? Я бы застрелил. Интрига? Тан-тан-тан. Что о том, что замедлило событие. Я оказал городу услугу. Может быть, ему я тоже оказал услугу. Некоторые животные были мертвы. 9-граммовая услуга. Прекрасно. Свинцовая услуга, ну. Просто надо было онлайнер еще какой-нибудь сказать там. Не знаю, там. Прикури там или что-то. Не, прикури это уже не услуга, это уже вредно. Да. Курить вредно. Курить вредно. Александр даже не покурил перед записью летсплейника.
Да. И теле очень сильно нервничали. Ну, я бы тоже нервничал. Сильно пропагандировать здоровье, то никакого здоровья не хватит. Че, продолжаем наше путешествие по подземке. Самые увлекательные уровни, как всегда, в канализации. Да, ну мы делаем нуар как бы еще более нуаристым, то есть сразу это... Ты очень хорошо стреляешь. Да, слушай, Маккой... А слушай, вот ты когда, допустим, выстрелил, у тебя потом прицел немножко в сторону отскакивает, это типа отдачу есть? Да, типа отдачу, он вверх так как будто подскакивает. И прикол в том, что он и первый-то раз, когда стреляет, не факт, что попадет. Даже когда ты точно прицелился. А скилл у тебя не прокачан там. Да, совершенно. Ну, мазила как бы. Маккой вообще не самый, как ты уже заметил, клёвый поп в принципе. Слушай, это Футурама на самом деле. Да-да-да, похож на этого чувака, который у них мэром переизбирается на который срок. Тут еще... Лила какая-нибудь сейчас обнаружится с Фраем. Ну, как будут бы... Гоняться будут на этом, на катерах. Так, здесь ты был в этой локации? Да. Так откровенно эти нарисована нить накаливания в этих лампочках. Кстати, да, я тоже обращал внимание, что они как будто... Номер вашего этажа, пожалуйста. Чтобы было вот видно. Маккой, 88F. Ну, такой стиль, может быть. Кнопка заблокирована. Упс. Странно. Домой хочешь? Номер вашего этажа, пожалуйста. Но не получается. Кнопка заблокирована. Да и на крышу даже не съездить. Номер вашего этажа, пожалуйста. Что за лифт вообще говенный? Ладно, валим отсюда. Ти-ти-ри-ти-ри-ти-ти. Лестница на крышу лезь. Здесь лестницы нет, это полицейское управление. А. Так, ты живешь недалеко от полицейского управления? Да, хорошо устроился. Работа близко. А может и не устроился? Может я и в самом деле репликант? И все это ложные воспоминания? А он застрелится, если он будет репликантом? Ну, при мне не стрелялся. Типа всю жизнь боролся с ними, а тут такой поворот. Жизнь боль. А, кстати... О, опять приятной наружности человек. Получил по щам, убежал. Сунул так. LAPD. Ставим, блин. А, блин, получил чисто. Смелый полицейский. Да, вообще. Это я помню в Резиденте тоже уровни, когда этот в третьем не месяц за тобой гоняется, тоже так вот через локации быстренько пробегаешь. Там еще дурац, что патроны закончились, и как бы, ну и все, да, что делать. Там-то? Ну. Ну, бегать. Ну, быстро вот. Бегать. Ну вот. Да ладно, чуваки игру проходили одним ножом. Ножом. Я там смотрел, но... Не знаю, я начинал там, посмотрел на все это убожество. Это... Вторую часть, и там даже есть это, такой бонусный уровень. То есть ты игру прошел, там кучу сценариев, там, по-моему, за Леона и за... Как тёлку-то зовут? Клэр. Mm-hmm. Да, за Клэр по два сценария А и Б. Сидели на трубе. Вот. А потом тебе дается сценарий за Хэнка, этого одного из спецназовцев, спастись. А потом за тофу. Ну, то есть ты реально куском тофу бегаешь, у тебя из оружия только нож. Тофу, вооруженный ножом, опасно. Да, и чуваки проходили, я не знаю, как это можно пройти, и мне терпения не хватало никогда. Да, это, походу, разработчики были. Ау. Ау. Что ты там задумался? Маккой действует методом этого короля... Хватай, беги! Короля Артура, да, из Монти Пайтона. Убегаем! Убегаем! Ну ты бесцельно уже бегаешь как-то. Бестселлер, ты сказал? Не, я просто ждал, что он исчезнет. А, читак. Что читак? Это... Давай еще расскажи, как это в реальном времени он сам ушел. Да, сам ушел, наверное, там, за пончиками. На самом деле, сейчас я займусь полезными делами. Пристрелю бича, да? Ну, вот я вот начинаю придумывать. Премного благодарен. А, бухло принес. Полезное дело, да. Ну, я же говорю, видишь, добрый самаритянин просто. Приютил бича, не застрелил его. Насчет того толстяка, которого ты видел. Ты, малыш. А? Ты, дитя, вот кто. Как это? А я видел вас, ребята, вместе 3 недели назад, помните?
Я это хорошо помню. Полиция должна была разрабатывать секретные программы для правительства. Нет, Гуза был лейтенантом, который этим занимался. Теперь понятно, это Гуз за меня подставил. Этот парень подтвердил мои самые плохие предчувствия. Прикол в том, картина, что все еще была очень неясной. У Бича можно спросить только один вопрос. И потом он опять уснет. Он ненавидел рэпов. Он бы не стал помогать тестированию, если бы не ждал жирного куска для себя. Жирного куска для себя. И еще один вопрос. Я с тобой разговариваю. Ну а дальше остается только застрелить бомжа. Не, не буду. Я сегодня милосердный. И так уже хозяина магазина застрелил. А смотри, допустим, если ты сохраняешься перед этим вопросом, и потом загружаешься каждый раз, он меняет цепь событий? Не, он меняет ее в этом, в начале игры в самой. Буквально, когда начинаешь игру, он рандомайзер срабатывает, и дальше все идет своим чередом. Единственное, что персонажи могут из локации в локацию ходить. Вот, потому что я вчера в Deus Ex столкнулся такой херней, этот, когда диалоги, ну, где нужно выбить нужные для себя плюшки, вот, загружался три раза, давал ответы, мне, ну, как бы задавал вопросы, давал фразы. Обрати внимание, крысы больше нет. Так ты её ебал, конечно, вот, и давали эти разные все равно варианты, то есть... При загрузке менялась автоматически. Цепь, ну, диалог менялся. Ну, мы же знаем, что в процессе могут быть мутации. В некоторых играх такие штуки время, были сейв-лоуд, как бы квик-сейв-лоуд, были чуть ли не единственным способом пройти безвыходную ситуацию. Вы расследуете смерть Мараджи. Четко на F5 и F9. Вы лузер. Так я этим пользуюсь сейчас Deus Ex очень часто. Но в некоторых играх это намеренно блокировали даже. Ну что, фактор случайности такой. Например, Jag Italians, да, когда было во второй части, когда наемники эти вечно мазали, можно было после каждого выстрела перезагружаться, пока не попадет. Дурацкая сделка Ленца. Мы хотели потому что они иногда просто в молоко же... Вот, это наверняка имеет отношение к тому, что... Стреляет и стреляет мимо, сволочи. Я уверен, что он был очень доволен. С тех пор, как Элтон все взял под свой контроль. Вы видели Элтон Глобиша Уранситера? Если только... Нет, слушай, это я уже говорил о том, что это из Гриффинов. Из Гриффинов. Грустная половина. Да. Использовал моего босса, чтобы сделать об этом. Это. Давай программировать! Эй, не хочу! Никаких вопросов. Расскажите, что вы знаете? А, мы тогда пришли к выводу, что один из них гей, другой натурал. Наша жизнь за это твою. Ты пришел к этому выводу. Более того, ты не шел к этому выводу, ты сразу же это озвучил, как ты только можешь, их увидел. Конечно, этого и не делать. Это все твои больные предрассудки. Увидишь двухголового человека и сразу же это гей, это натурал. Ты на улице так же делаешь, да? Не, я на улице не вижу двухголовых людей. А если бы увидел? Вы хотите, чтобы я вломился в здание Тайра? Вполне возможно. Вы издеваетесь? Понятно. Как хочешь. Да, тогда нет, так нет. Монитор у него классный. Мы нужны тебе, Макой. Mm-hmm. Мы поможем так, тебе классические справиться с Гузой. ЛТ. Зато, смотри, два системника. Mm-hmm. А это... там еще и маленький монитор, кстати. Да, работают люди, все серьезно. Рэпы, которые убили Маркуса и Мараджи, они... будут искать вас. Мы с ними сейчас сделку заключаем. О том, что стырить они немного информации нашли. Из компании Тарелла. Потому что мы все и части принести... одного целого, понимаешь, что я имею в виду? А хочешь прикол? Элтон делает ошибки, как сейчас ты увидишь, человек, где Тарелл находится, его это пирамида. А дело в том, ну, что он не хочет сильно этого порадует. Понимать. Зачем? Они используют нас как рабочую силу, а когда мы свою работу сделаем, выкидывают нас на помойку. На помойку. Вы хотите сказать, что вы репликанты? Мы наконец забыли. Гловис помог нам увидеть свет. Это смешно. Тайрелл не стал бы изобретать таких, как вы. Он стремится к совершенству. Я же сказал тебе, мы ошибка. Продолжай говорить. Баг. Иногда наши воспоминания отличаются друг от друга. Этот процесс имплантации несовершенен. Мы знаем, мы видели стадии. Ты всегда можешь быть уверен точно, как воспоминания поведут себя в голове объекта. У нас разные воспоминания о детстве. Это все объясняет. Да вот может, такие дела. Вы просто хотите забыть. А то, что репликантам разные это вкачали в голову. Если ты не доверяешь своим воспоминаниям. Ну, чисто случайно. Лоханули. Что тогда делает тебя человеком? Да как в этом, в фильме «Остров». «Остров», только если бы там была не
Кто там был? Скарлетт? Скарлетт Йоханссон. Скарлетт Йоханссон и Юэн Макгрегор, если бы они были вдвоем. Как один близнец сиамский. По-моему, гораздо забавнее. Нет, тогда бы у них не получилось. Не получилось? Нет, по-моему, получилось. Гловис хочет гораздо больше, чем мы можем ему дать. Лучший гей натурал. Не знаю, Евровидение показало, что лучше, ты чем можешь в это поверить? Не ортодоксальнее, тем лучше по их версии. То есть, если я, грубо говоря, выйду на сцену и начну... Или оставь в покое. Давай. Боже, не надо. Что ты хотел начать еще раз? Айрел сказал, что протяженность вашей жизни нельзя увеличить. Конечно, он так говорит, но он не прав. Абсолютно. Мы провели здесь свои исследования и доказали это. Вы закончили исследование? И вы можете продлить жизнь репликанта прямо сейчас? Ну, не совсем. Они репликанта делают? Срок жизни каждого. Они хотят для самих себя разработать технологию, чтобы не сдохнуть через 6 лет. Все этапы разработки разделены. И каждый дизайнер знает, как работает только. Ну, собственно, да, они упираются в классическую фишку, оговоренную еще в фильме. Уже каждый занимается своим делом, и другие просто а не знают, разрабатывал Мараджи. Кто чем. Себастьян и Хью занимались разработкой центральной нервной системы и глаз. Много всяких приспособлений встроены в глаза. Но у Тайрелла есть основная информация о структуре ДНК, но нам ее не даст. Вы рассказали об этом Гловису? Не, ну, не судя спрашивает. По опыту, этот чувак умеет допрашивать. Маккой-то? Да. Ну да, он Тайрелл, блин, не могу говорить. Элтон выгнал нас. На самом деле, похищение ДНК будет выглядеть гораздо более забавно, чем ты думаешь. К тому времени, как он вернется, так что, если ты не возражаешь... Прямо так по квестовому, на самом деле. Я еще не закончил. Такой, типа, надо было что-нибудь сказать. Оставайтесь здесь, я еще не закончил. Куда они пойдут в таком виде? Такие два неприметных чувака вообще. Один. Один неприметных два чувака. Полтора, давай. Землекопа. Так. Полтора инженера. Так вот, идем в башню Тайрелла. Промахнулся. Да, тут был подземный ход. Это да? На. Да, он с самого начала там есть, то есть не можно было сразу туда попасть? Нет, туда не попасть, потому что он заперт. А, в обратную сторону? Да, он о нем не знал просто. Вот. А куда я сейчас побежал? У меня на самом деле большой вопрос. Я бегу явно не туда. В Макдональдс. Та-ра-та-та-там. Зачем туда? А, поговорить с этим. Закрыто. Господином глазоделом. Увы, не успех. Тут тоже не успех, как видишь. Тара-та-та-ра-та. Вы выключили Маккоя, оказали услугу, как он вылезал. Вот и все, ребята. Не, ну его нафиг. Флэшбэк такой, я помню, что что-то пошло не так. Так вот, смотри. Вот мы тут, да? Какая-то фигня. Космопорт. Ну, космопорт какой-то. Метрополис просто. Угу. Сайт от Смолялова? Нет, у меня все руки никак не доходят. Тан-тан-тан! А, и ты сразу же там, да? Да, по вентиляционной какой-то решетке. Телепорт. Вообще, мастер. Ну чё, типа, окей. Боровый охранник. Заслили его сразу же. Не! Здесь маленькая частичка. Да. Deus Ex Human Revolution. Опа! И ДНК. Ну, я побежал. Эй, стой! Эй, стой! Пошел ты! Попробуй догони. Побегаем! Ну, так правильно, воруй, убивай. А, нет. Нет, неправильно. Хватай и беги, я да. Хватай и беги. Есть то, что вам нужно. Мне что нравится, неужели он думает, что за ним не проследят? На всякий случай. Не, ну он быстро бегает. Не, ну в смысле, куда он убежал? Тут фактически, как бы, да, две локации. Ну, я не знаю, может там какое-то он длительное путешествие преодолевает, но нам этого не показано. Это наверняка имеет отношение к тому, что в вас стреляли. Пальцы Гуззы
были запущены во все... Тан-тан-тан! Теперь у нас есть улики против нашего начальника. Знаешь, что это значит? Что у тебя еб***ь сейчас? Нет, я думал, что ты сообразишь, что я могу попросить повышение. И прибавку к зарплате, наконец-то. Откуда это у вас? От Гловиса. Он просил нас сохранить это для него. Я не знаю, что это тебе показывать. Пойдем отсюда. Вы не уйдете просто так. Пусть он возьмет это. Вот и сказал, что... Ну и окажет им услугу, да? Я избавлю вас от ваших страданий. Оставайтесь здесь, я еще не закончил. Заткнись уже, Маккой. Еще немножко нелинейности? Ты нелинейно сохраняешься, что ли? Я нелинейно сейчас застрелю близнецов. Просто потому, что мне надоел этот наглец. Который гей? Я не знаю, кто из них там гей, не гей. Который наглый. Ну, гей. Почему наглый гей? Ну, потому что гей наглый. Наглый гей. И еще один вопрос. Твои стереотипы меня убивают. Надо их прикрыть. Я с тобой... Содержательная беседа. Это ты когда их застрелишь-то? Кого? Близнецов. Ну, видимо, не в этот раз. Но я помню точно, что я попытался это сделать. И чем все закончилось? Все закончилось... ну, это оказывает влияние на концовку, да. Ну, то есть можно их убить? Можно их убить. Можно не убить. Ну, я тебе скажу, какое влияние это окажется, не буду спойлерить. Тут немного осталось до этого, до концовки. Че, пойдем шантажировать нашего начальника? Не, ну правильно, что ты человек расследует убийство животных, почему бы тут не взять и по итогу не получить лавы немножечко? Самому не оказаться репликантом случайно, да? Ну. Ну или, по крайней мере, не оказаться втянутым в конфликт с кучей репликантов. Там опять веселые ребята ходят. Я не знаю вообще, как ты говорилась в этом, в игре или нет, но что за заварушка-то с этим лунным автобусом, там, где фотография меня вот была, да? Это суть была в том же, что... Да, веселый парень. С чего ты там его расстреливал-то? С гранатомета! Этот, что они прилетели на лунном автобусе, эти репликанты, и замочили там... А, они перебили, по-моему, всю команду этого автобуса, и еще пару человек грохнули. Ну, как в фильме, грубо говоря. Да, то есть вот это, об этом инциденте речь идет. Что они злобные парни. Номер вашего этажа, пожалуйста. Маккой, 88. Маккой, 88. Кнопка заблокирована. Номер этажа? Да, готов поговорить, как бы. Номер вашего этажа, пожалуйста. Ну ладно, черт с вами. Ты знаешь все равно, что... Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Город Петрозаводск, улица... Вот та же логика. Спасибо, всем запалил. Закрыто. То есть мне уже код от Wi-Fi пришлось... Это... запикивать. Теперь еще и адрес. Ну адрес запикаешь, ничего страшного. Ну... Можешь город оставить. Да, супер город. Не, можешь вставить другой. Я могу тебе потом дубли написать разных городов, ты можешь менять. Крым. Это не город. Ну, я к тому, что место. Калькутта. Почему Калькутта? Не знаю. В Калькутте сидят два русских придурка и записывают летсплейники старых квестов, да? Потому что новые не доходят просто. Да. В Индии все тяжело, да? Я не помню, какое себе кодовое слово поставил на карту. Банковскую. Вначале хотел бахнуть Тегусигальпа. Тегуси. По Тегуси. Не, ну город такой, столица. Я знаю, я не помню столицу чего, но я помню, что он есть. Чего? Гондураса. Гондураса. Господи, Маккой. Убейся. Подойди поближе, я не знаю. Ну ты в ЛФВД так же примерно стреляешь. Иди ты в жопу. Хмырь. Я к вам подсоединился вчера, единственный, кто выжил. Конечно, выжил, ты за наш счет. То есть мне достаточно было, видишь, только подключиться, понять, что к чему, и быстро. И всех угробить. Скотина. Просто мастер, на. Нюп.
Не успех. Тебе бегать, бегать не надоело еще? Ты не представляешь просто. На самом деле я пытаюсь найти место, откуда позвонить. Точнее, я еще не помню, я еще то не есть... понял тогда, что мне нужно место, с которого нужно позвонить. То есть позвонить, мобильника нету, да? Мобильника нету. Какой мобильник вообще? 2019 год. Ну. С ума сошел, что ли? Вообще, да. Ядерная война была, видимо, не до запуска спутников, там, этих ретрансляторов, сотовой связи. Я надеюсь, у вас все документы в порядке? Он просто напрашивается, да, как бы. Такой коп из подвала вылазит. Я надеюсь, у тебя все документы в порядке? Макой, я только что справлял естественные потребности. Может быть, вынесешь мой мешочек, что ли, я не знаю. Не получается. Да ты такой Джо, знаешь, как в Family Guy. Да, угнать тачил. Закрыто. На. Его можно купить, кстати, у него. Закрыто. Почему? А это нужно? Да. У тебя деньги есть в этой игре? У меня есть пистолет. Я могу продать пистолеты, купить машину. Не-не-не, подожди, стой, купите. Я могу продать. Подожди, стой, не сочетается фраза «купите» и «у меня есть пистолет». Вот, ну, я ну, знаю, я, это типа такой юмор, знаешь, это... ожидает одно, а на самом деле говорю другое. Это в нашей стране в Уголовном кодексе называется как минимум разбой. Это шутка, а не грабеж. Займи чисто юмор. О, лабиринт. Лабиринт. Не хватает такого мака-мака-мака-мака-мака-мака. Когда это сожрет вишни. Да, да. А, тут еще на не попасть на эти, на прожектора? Нет, пофиг, на самом деле, я просто выход искал. В смысле, не выход, а путь к выходу. Прикол в том, что если ты зашел, то выйти обратно уже не получается. Нужно к выходу. Очень увлекательная сцена. Да не говори. На самом деле, в одной из вариаций здесь можно преследовать эту Люси. Я не помню, кто такая Люси. Ну, малолетняя это. А, псевдорепликантка. В которая была в этом, в магазине в самом начале, игру этих животных. Да. Которая здесь, собственно, тоже стояла. Играла в увлекательный симулятор «Я шарюсь по лесу» или что это там было. Вот, и можно было с ней неудачно поговорить, она от тебя убегала. Тан-тан-тан. Ну, такой опытный педофил, как Маккой. Ты решил прогулочным шагом пройтись, да? Да, ну а че, мы же никуда не торопимся. Дефиле. Нас не преследует ничего. Мы не шляемся по подземке, по канализации в качестве единственного способа перемещения по городу. Вообще, Маккой неудачник, конечно, мог бы свою машину уже завести. Вот тогда бы и катался уже о ней. А у него же была своя в игре, ой, в фильме. Ты вообще помнишь в фильме Маккоя? Да, не. Ай, блин, я путаю это с Декартом. Декарт в это время у него все очень хорошо. Вот там уже Рутгер Хауэр, наверное, на крыше там мутузит в это время. Пока Маккой в подземке. На самом деле забавно осознавать, что когда ты смотришь фильм, там, знаешь, такой, в это время Маккой такой: «Маккой, полиция!» там наставляет на Ранситера пистолет. Или там, не знаю, кружечку у капитана этого выпивает там в Боревиче. Или да, бежит с три бара и стреляет да. Шлюх. Собственно, телефон-то здесь. Тян-тян-тян-тян. Да, ты боссу звонить? Да. Да. Не скучал без жертв в последнее время? Маккой, где ты? Маккой. Возьми, мы тебя везде искали. Вы искали меня. Я живой. Говорящий холестерин. Ты просто не понимаешь, кто ты на самом деле. Ты можешь поймать на эту удочку кого угодно, но меня ты больше не проведешь. Дан-дан-дан. Если ты так чисто, подвергни себя тестированию. Это будет ответом на все вопросы. Я слушал тебя долго и внимательно. Теперь твоя очередь. Я тут немного покопался и кое-что нашел. Дан-дан-дан. Но ты знаешь, что я имею в виду. Эти маленькие нелегальные делишки с оружием. Ты баксы загребаешь, а полиция рэпов ищет. Так, да? Я думаю, что в отделе оценят по достоинству твоего. Долго такие не живут, я хочу сказать. Неплохо. Ну, тебе если он репликант, какая ему разница, в принципе. Тоже рыльца в пушку. К тому же я сохранился. Одна дорога, в
колонию, толстяк. Что колония? Ты хочешь, Маккой? С репликантами? Прекрати свои грязные делишки. Восстанови мое честное имя и освободи мою квартиру. Я хочу, чтобы моя жизнь вернулась в прежнее русло. Филипп Кадиковская, да, я уже, по-моему, говорил, что колонизация Марса. Ну, у меня такое ощущение, что единая вселенная. Вот что бы ни происходило там на Земле, но Марс колонизируется. Мы же не можем говорить по телефону об этом. Неплохо. А вспомни все же, это же его, да. Да, но только там Марса-то не было. Там Марса не было, да, я понимаю. Там ближе к книжке даже, наверное, великолепная последняя экранизация. Да, это было бы очень свежим новаторским мнением, если бы ты не говорил его уже третий раз, по-моему. Значит, Брайан узнает все. Не, второй. Ну, ты как минимум один раз потроллил на тему, что это говно со Шварценеггером, этот замечательный фильм с Колином Фарреллом. Не, ну я имею в виду, книжки-то ближе, реально с Колином Фарреллом? Да нет. Единственный вот аспект, которым ближе, это да, что оно нам не на Марсе. Я даже не помню, кто там еще за актера играли в новом. Никто. Не, тёлка какая-то была. Тёлка. Не помню, как её зовут. Тёлка, тёлочная, тёлка. Макой. Суперполицейский. Просто шантажировал босса. Теперь идем на рандеву с боссом. Все, тёлки. Тёлки, тёлки. Можно даже сказать The Big Showdown. То есть просто финальная сцена. Будем прыгать, палить с пистолета с двух рук в замедлении. Вокруг будут летать голуби. Кстати говоря, очень сильно похож он по... Хотя нуар, это такой нуар, да, на Макс Пейна. А, я думал, на инспектора текилу из круто сваренных. Обратил внимание, как мы разминулись. Там то ли монстр был, то ли коп. Просто типа, извини, я первый в дверь протолкнулся. Мне все руки никак не доходят круто сваренные посмотреть. Целиком. Только сцену вот эту первую посмотрел. И Stranglehold почти прошел. В Stranglehold'е, как бы, ему бы цены не было, если бы там сделали анимацию, как в третьем Макс Пейне. Тогда... Ну, потому что он, блин, более бодрый, чем третий Макс Пейн, я тебе хочу сказать. Да, ну просто, видишь, там дурацкий, что... анимация реально не проработанная. У Remedy хотя бы там анимация реально просто 10 баллов. А причем здесь третий Макс Пейн? Мою квартиру освободили? Ну, я... Изначально начали-то они, а потом уже... когда ты там жил. Rockstar подхватили. А моя собака? Ее вернули, она там. Ее вернули, да. Я хочу пончик. Это все, что я хотел выяснить. У меня есть фото, как тебя собирают на фабрике, малыш. Дай-ка я угадаю. Гловис дал тебя. Ты наивный. Это не важно. Важно то, что она помнит. Он называл тебя братом, но улетел на лунном автобусе. Он сказал, что Тейрелл использовал тебя, чтобы... Он называл тебя братом, но улетел. Но ты был в деле. Ты знаешь, как этих у Битлз, земляничные поля, лунные автобусы. Желтая субмарина. Мы все живем на лунном автобусе. Ты слишком умный для меня, малыш. На лунном автобусе. Don't worry, be happy. Ну это совсем не Битлз, но песня репликантов. Диски, фотографии, файлы. Ты не можешь обвинять. Ещё знаешь, что? Этот. Я пытался сделать как в Лего Муви. Everything is awesome. Все круто. Это впутаться в грязный бизнес? Самая стандартная песня для... Ну, они показывают такой стандартизированный мир, что они все по порядку, по распорядку идут. И включайте вашу любимую песню, как всегда. Everything is awesome. Everything is cool. You're part of the team. Такая песня реально. Каждый день одна и та же. Этот чувак, главный герой, такой: о, это же моя любимая песня. Опять не могу поверить. Я 20 лет уже работаю. Это как фильм «Остров». Никто не пытался ко мне лезть. Да там просто остров отдыхает. Еще, в принципе, такая жизнь с местами. Рэпы хотели убрать меня. Они там о чем беседуют? Меня хочет пристрелить. О злобном рэпе. Ты и Кристи должны были их убрать. В черном рэпе? В черном рэпе. Гангстер-рэпе. Гангстер-рэперы хотели убрать меня. Жили бы долго. Как бы East Side, West Side, банды, я затесался между ними. Дело дрянь, шеф, помогай. Как между молотом и наковальней. Я не делал всего этого, но я уверен, что одного человека я убрал. Эхо появилось. Это он мыслит. Господи, Маккой, что ты хочешь мне сделать? А не, да, это он говорил. Что мы будем помогать. Не, почему они друг оба думают? Его за это... У них мысленный диалог, как в этом... Как бы, волк из Уолл-стрит, да? Друг на друга смотрят многозначительно. Смотришься там со своими тестами.
У тебя же ничего нет, все кончено. Я буду тем, кто уберет этого мерзкого человека. Я думаю, что мы не зря проследили за ним, Садик. Упс. Похоже, что так. Да брось, Гловис, у тебя нет шансов. Нам удалось гораздо больше, чем ты можешь себе представить, лейтенант. Стрелять готов? Мы с Макоем обсуждаем, как помочь вам, ребята, я выпутаться готов. Из этой ситуации. Гловис, собственно, тоже готов. И у нас есть план. Мексиканская дуэль? Мы не можем разговаривать с ним. Ну как дуэль? А что, если я тебе скажу, что у Садика есть тренированные ребята? Без меня вам не справиться. Лейтенант, у нас есть все, что нам надо. Это не включает вас. И катарсис. Очень жаль, мы были бы такими друзьями. Луч света... Это озарил молодой побег, дав человеку прелестями жизни насладиться. Но плод созрел, упал на снег, чтобы прекраснее в потомках отразиться. Чье? Поцелуй мою... Понятия не имею. Вот он нормально завершился, поцелуй мою. Ну и что же нам делать с этим детективом? Он был таким настойчивым, таким работящим. Не знаю, как вы, пацаны, я сваливаюсь. Может быть, ты и прав. Все кончено. Пешочком. Катина. Брат, ты убил человека. Назад пути нет. Давай, покажи себя. Ты должен братюня. Решить. Иди сюда, братишка. Я бы не выеживался на его месте. Прекрати вот так меня вот. Называть так. Находясь в центре комнаты, простреливаемый со всех сторон. Ну, может, он, я не знаю, верит в свою офигенную удачу. Больше нет выбора, Рэй. Хотя его даже крыса пару убить может. Маккой незадачливый такой, знаешь. Бравый коп. Инспектор Гаджет. Тя-тя-тя, Инспектор Гаджет. И все это была... Это была кульминация игры? Next time. Ну, практически. Нет, это был такой самый яркий момент. Застрелили Гузу. Нет. Самый яркий — это когда слептиз бар. Ну, кому что, короче. Не ценишь ты искусство. Ну, то есть тебе больше нравится, когда застрелили жирного мужика, чем посмотреть. Кому не нравится, когда стреляют жирного мужика? Чем посмотреть на телочек. Это была скверно отрендеренная тёлочка, которая еще и потом в воксельную тёлочку превратилась, в которой вокселей меньше, чем в существе в Майнкрафте. Как у него удобно расположена, конечно, канализация прямо под домом. Трудный денёк, Макой. Да как сказать. Тебя ищут Стил и Брайан. Вы с Гузой достали все подразделение. Я знаю. Я разобрался. Ты тоже меня ищешь? Ищу, но не собираюсь убивать. Я сегодня в хорошем настроении. Вот ублюдок. Ну. Не собираюсь убивать. У тебя очень интересные соседи, Макой. Да, но у меня нет времени на визиты к ним. Ты собираешься сдаться? Я подумываю об этом. Так подумай хорошенько. Убил кого-нибудь? Я уже говорил тебе раньше. Ошибешься, убьешь человека, и твоя карьера окончена. Там. Возможно, и твоя жизнь тоже. Ну, такие дела. Мы не живем вечно, не правда ли? Мне кажется, он это и Декард тоже говорил. Это этот, который журавликов делал? Ну, без фольги. Китаец. С которым он в забегаловке сидел. Китайский журналист. Ну, точнее, он подсел к нему. Ну, такой пидорастичной внешности. Усатый. Китайской внешности. А, не, не тот. По вашей экологической программе. Элтон, но у нас есть специалисты в этой области. Поберегите людей. А слушайте, единственный способ решить проблему мой. Но, боюсь, ваш способ не вполне законный. Может быть, отчасти. Тайрел придумал офигенный метод. Короче, давайте во все опасные условия отправлять репликантов. Огромные прибыли. Нет бы собрать каких-нибудь более дешевых роботов. Как тот же Себастьян собирает куколок. Специализированного собрать роботов для этого. Да. Не, давайте собирать дорогущих роботов, короче. Репликанты не роботы. Они настоящие люди. Знаешь, как в этом, в Пиноккио. Я настоящий мальчик. Я настоящий репликант.
Кто это? Полагаю, это одно из моих созданий пришло. Полагаю, я умею говорить однообразную анимацию лица. Вызовите охрану. Кто этот человек? Я требую объяснений. Еще одно слово, и ты мертвец. Это какой-то министр, кстати. Как вы смеете? Упс, я хотел сказать мертвый министр. Прежде всего, я один из тех, кому, по вашей милости, уготована не лучшая участь. Почему бы тебе не сесть и спокойно все объяснить? У меня мало времени. Я бы с удовольствием помог тебе, но... Ну, мне так насрать. Вам отпущено всего 4 года. Угу. Моя семья, мои друзья умирают на моих глазах, и ты мне говоришь, нет никакой надежды. Я понимаю твои чувства, но твое-то время еще не вышло. И ты думаешь, что когда пробьет мой час, я пойду в долину смерти с молчаливой покорностью? Экшон! Экшон! Неплохо, я думал, что это стеклянный стол. По возможности. Не, не конкретный стол такой. Насколько цинично. Бедный его. Чувак, мало того, что так застрелил, так еще и в полете. Джеронимо или как его? Молчаливая такая, Джеронимо. Упасть с такой высоты. Не надо иллюзий, он, конечно же. Его время еще не вышло. Пора бы уже как-то усилить охрану, наверное. Кто не попадет, заходит, эти код ДНК воруют. Да, этот ублюдок и охранник, который дрыхнет постоянно. Так код ДНК сворует, действительно, так репликант в здании с оружием. Где собака? Это не вызывает сомнения. Приди я на несколько минут раньше, этого бы не случилось. Меня могут обвинить в убийстве. Нет, это было послание. Простое и ясное. Кристи давала мне последний шанс. Там до ухода должна валяться, насколько я помню. Теперь у меня есть мое собственное небольшое послание, которое надо доставить. Слушаю. Я не думала, что ты дома. Извини, я просто спал. Что случилось? Он хочет встретиться с тобой. Спал? Какое-то идиотское оправдание. Бегал по помойке, скорее, что я не знаю. У выхода из туннеля. Скажи, чтобы они оставались там, пока я не придумаю, как нам выпутаться. Но я думал, что мы уедем вместе. Только ты и я. Воу-воу-воу. После того, как я с ним поговорю. Это с кем ты разговариваешь? С Люси. Мы могли бы купить машину. А это кто? Автомобиль далеко нас не увидит. Ты меня достал. Это молодая девочка это? Да. Которой 14 лет. Чертов педофил. Да, Люся, это хороший шанс. Я говорю, тут я просто там, Набоков подожди, отдыхает. Предколлектная игра. Я говорю, Набоков отдыхает. Хотя у него там 12-летняя, по-моему, девочка была, да? Или сколько? Ну, по тем нравам, как бы, это... Ну, хотя... Ну, тут, может, 2019 год тоже все окей. Он открыл огонь, хотя репликант не проявлял никакой агрессии. Послушаем эксклюзивное интервью лейтенанта Гузы, инспектора специального подразделения полиции. Мертвого лейтенанта Гузы, вы хотели сказать? Руководствуется инструкцией. Он расследовал это дело, и нет сомнений, что он поступил правильно. Репликантов необходимо отправлять в отставку. Недавно ушедший в отставку лейтенант Гуза. Фейк. Тоже репликант. Гузы. Вот было бы забавно, если бы Гуза был сам репликантом, на самом деле. Ненавидел репликантов, сам репликант. Такой Стивен, только среди репликантов. Ну что, вздремнул еще немного? Типа, ну, выйду на балкончик. Вдохнуть воздух, все. Свежий воздух еще. Чистого Лос-Анджелес. Я не пойму, в каких он трущобах живешь, что это один, походу, балкон на всю округу. Причем такой, знаешь, солидный такой, с цепями такой. Арматурины какие-то, блин, как капец вообще. Она была убита одним ну выстрелом. Ну вот, я все вижу. По крайней... Ничего. Что говорит компьютер? Это фотки? Ну, ничего нового. Иду-ка я отсюда. Номер вашего этажа, пожалуйста. Номер вашего этажа, пожалуйста. Промазал? Не, он просто крыша нет.
недоступно. Не люблю, когда ограничения искусственно создаются. Как ты, блин, с вот это вообще играешь? Да не, я имею в виду вот эта вот фигня. Когда вначале можно заходить, потом беспричинно нельзя. То есть слибар, понятно, грохнул шлюху, заходить нельзя, все логично. Но а здесь почему на ключу? Может, тут стоит как бы идентификатор отпечатков пальцев, они тебя тупо не пускают. Так нет, в квартиру уже пустили по итогу. Может, там нужно ключ машины, чтобы, я не знаю, там, тебя пустили вот на крышу. Чтобы ты не угнал там чего-нибудь. То есть, мы видишь, по всем остальным локациям ты не можешь заходить в те обоснованно, правильно? Знаешь, меня больше другой момент волнует, если уж на то пошло. А почему одно парковочное место на этом, на полицейском участке на крыше? Насколько я помню, там одно, по-моему, было. Место? Не помню. Места там было много, но именно парковочных. Могу ошибаться, конечно. В фильме больше было. Про жилой дом сейчас хотел сказать, но вспомнил, что в жилом доме-то как раз дофига мест. Я причем подумал, что слишком дофига для такого, учитывая, что там один балкон на всю округу, как я уже говорил, да? Вообще странно, как там этот Маккой живет. Небось на заводе каком-нибудь, на самом деле, знаешь, заброшенном. Ему просто бредит, что он в доме. Да-да. Я уже как бы это не здороваюсь даже. Как себе домой. Да. Он уже просто привык, уже смирился с неизбежностью, уже не смотрит на меня, куда-то в стену вперился. Типа, окей. Я знала, что ты придешь. Да. Я обещал тебе, правда? Отец хотел со мной повидаться. Да пошел. Когда я сказал, что иду с тобой, он одобрил это. Какой он тебе отец? Он репликант, а ты человек. Я знаю. Ты будешь без него скучать? Конечно. Но теперь у меня есть ты. Все будет хорошо. Обещаю, что мы пойдем и найдем то прекрасное место. Я не знаю, мне кажется, за вот это одно уже должно забанить. Не то, что мой канал, а еще и уголовное преследование создателей Blade Runner сделать. Правда, не сон. Это там, где мы должны быть, и мы будем там вместе. Полегче, полегче. Надеюсь, ее не нужно защищать? Возможно. Как идут дела, Рэй? Подожди минутку, я оставил для тебя одну тачку. За нее нужно заплатить сумасшедшие деньги? А может быть, у тебя есть подержанный спиннер? Да, конечно. Пойдем наверх, на крышу. Понимаю. Настоящие красавцы, почти новые, почти за даром. Он ублюдок какой-то. Мне нужно посмотреть. Нет, просто безусловно располагает к себе. Хотелось бы получить задаток. Задаток. Мне будет значительно спокойнее. Умно-мно. Может быть, ты возьмешь меня с собой? Я не смогу этого сделать, Ларри. Понятно. А друга ты не хочешь взять с собой? Друга? Ну как же, эту куклу с сигаретой. Она сказала, что у тебя неприятности, и она бы хотела тебе помочь. Рэй. Скажи ей, что я сам справлюсь. Кристи преследует нас. 104-й спиннер. Я боюсь, Рэй. Кристи это... Кристи преследует нас, полицейская. Ну, я вспоминаю. Она репликант? Не знаю, репликант или нет, но она реальный гвоздь в задницу. Это точно можно сказать. Ничего себе. Машинку он отбахал. Добрый вечер, Рэй. Спасибо, что привел ее сюда. Ты самый хладнокровный человек из всех, кого я когда-либо видел, когда дело касается убийств. Я принимаю это как комплимент. Интересно, как себя чувствуешь, когда убиваешь невинных животных? Проснись, Рэй, она была репликантом, впрочем, как и ее хозяин. Вранье. По-моему, ты растерялся даже больше, чем твоя собака. Она была абсолютно настоящей, Стил. Никаких сомнений. Никто в это не поверит. Как бы там ни было, остались только воспоминания. А я буду весьма богатой женщиной. Дан-дан-дан. О, экшон. Экшон! Макс Пейн отдыхает. Тупо тёлку расстрелял в упор. Хороший выстрел, Рэй. Какой именно, Кристи? Она про свой, который в стекло попал. Она не стекло, она что-то вывела из строя машину. Я забыла. У вас рэпов нет души. А, она полагает, что ты репликант? Да. Пусть так она и сказала, что она была репликантом, как ее хозяин. Я боюсь, Рэй.
Пойдем, нам здесь больше нечего. Пойдем, да. Так, труп оставим. Все нормально, все. Лос-Анджелес, здесь так принято. Ты можешь сделать так, чтобы это работало? Местная культура. Чтобы бомжи пришли и растащили все по частям, как бы это даже более уважительно к трупу. Как в Парфюмерии? Ну, да. Закрыто. Только там живого они растащили. Там на живого растащили, съели. Закрыто. Упс. Дело дрянь. Эй, чувак, я машину делаю. Все закончено, Маккой. Тебе некуда идти, и больше никто не приютит тебя. Опять этот наглый коп. У тебя есть 2 минуты, а потом мы откроем огонь. И ты позволишь им застрелить нас так просто? Где ты взяла эту бомбу? Я украла ее у Садика. Мы можем уметь вместе. Это мне нравится, реально. Рояль в кустах. Где ты взяла эту бомбу? Мы должны найти выход. Где она ее прятала до этого, можно узнать? Ну, блин, судя по одеянию, она очень опытная, и было место, куда спрятать. В 14 лет, да? Блин, я говорю, по одежде тут видно, что... Что, если мы тоже взорвемся? Это еще хуже, чем быть... Да ты не думал об этом, когда он похищала бомбу? Я не знаю, по-моему, обычно нормальный человек, как бы, ну, даже в 14 лет не будет воровать бомбу. Ну, может, у них там в будущем бомба как горошина? Ты помнишь это, то, что ты говорил, что кусок дерева, да, у этого, у негра? Вот примерно такая же. Это Маккой! Упс. Перестрелка. Да у меня тут просто килл-каунт уже как в Left 4 Dead, слушай. Собственно, тут я еще немножко потуплю. И мы уже практически близки к завершению этой замечательной игры. Это типа побег такой? Из Лос-Анджелеса. Так это уже на культуру Асолу нужно тогда, бля, сейчас. Не хватает, да, обесточить, короче, весь Лос-Анджелес, закурить сигаретку и такой, знаешь, пошел. А его же это, Карпентер снимал, да? Да, Карпентер. Или как его, Карпентер, правильно. Это Маккой! О, еще один. Иисус тоже был, кстати, карпентер. Плотник. Ага. Ты смотрел у Карпентера клевый фильм «В пасти безумия»? Нет, я смотрел у него только «Крик». Ну, здрасте, а «Нечто» не смотрел? А, «Нечто» смотрел, недавно, кстати, пересмотрел. Ну, вот, видишь. Которое человеческое «Нечто». Ну, человеческое «Нечто», а не этот замечательный ремейк 2011 года. Слушай, отличный фильм, посмотри обязательно. Он такой... Странная структура фильма, но... Ты задница, стазу положили обоих? Да. Правильно, не... Под полицией не уйдешь. Большой брат следит за тобой. Угу. Вообще, кстати, старший брат. Старший ты брат. Ты можешь сделать там так, чтобы брата. Это работало? Биг брата. Давай найдем что-нибудь еще. Может быть, автомобиль? Что, типа, английский знаешь? Закрыто. Ну, типа, не, я читал просто где-то. Закрыто. Ты решил попробовать снова проверить открытый? Да, ну, я просто забыл, что именно нужно делать. Оказалось вот что. Давай попробуем открыть люк в полу. Дождись моего сигнала, прежде чем бросать бомбу. Сейчас! Нормальная бомба. А зачем это было сделано? Ну, чтобы расчистить путь. А, там внизу кто-то есть? Ну, теперь уже нет. Не, а был? Ну, давай, скорее всего, да. Открыть эту дверь в любую секунду. А. Собственно, там же, где 2 копа были, помнишь? Теперь я думаю, что там только ошметки кровавые на стене. Маккой, самый миролюбивый лос-анджелесский коп. Я знал, что все получится. Ты готова? Чувак! Я совершенно не представляю, конец. Куда мы едем. Да, это было какая-то концовка тухлая. Прежде всего подальше от этого города. Точно такая же, и как тех, в фильме. Кто может причинить нам зло. Ну да. Саксофончик, детка. Господи, какая извращенная концовка. Не, на самом деле, знаешь, прикол. Короче. А если ты репликант, чем принципиально отличается? Не помню. Есть несколько вариантов. Когда он едет один. Что-то там с Люси у нее не сложилось. Но. Есть еще более продвинутый вариант, когда... А, если ты репликант, ты можешь улететь на лунном автобусе с ними. Mm-hmm. Есть еще вариант... То есть их спасти можно. Да, есть еще вариант с этим...
Но только уже в лунном автобусе будет разборка с Кристи. Да. Есть еще вариант, когда он едет с Люси и собирает полностью все частицы ДНК, чтобы отремонтировать репликантов. Типа там, у нас была надежда, что там бла-бла-бла. Мы это дело закончим. Вот, что мы протянем больше, чем 4 года. Mm-hmm. Вот, но у меня такое ощущение, что вот в этой фаргусовской версии это недоступно. То есть как бы я ни пытался это сделать, не успел.